так? Не стрелять, пока не буду уверен, что это он. Человек явно неграмотный. Наверное, рабочий. Как я понял, у него какая-то болезнь крови, как у его жертв. Лишь бы не опоздать. Нужно найти этого урода. Похоже, это он. Но надо убедиться. Поговорить надо. Итак, не стрелять, пока не буду уверен, что это он. Человек явно неграмотный. Наверное, рабочий. Как я понял, у него какая-то болезнь крови, как у его жертв. Говорю тебе, она врет. На нее нельзя положиться. Не слушай ты ее. Постой минутку. Ты точно не приплетаешь к делу какие-то личные чувства? Что он удумал? Похоже, это он. Но надо убедиться. Эти психи думают, что им все можно. Поговорить надо. Боже, отстань, псих! А вот и нет, еще не вся. Проваливай! Фу. Стой, это же ты. Слушай, я не сдам, но ты беги, ну здесь что? Опасно. Давай посмотрим, кто ты. Ты чувак? Дуй отсюда, а то кто-нибудь копом звякнет. Господи! Похоже, хотел, чтобы его убили. Наверное, понял, что я иду за ним и решил подготовиться. Оставлял тело там, где я их найду. Хотя, чем это я? Эдгар – обычный псих. Ты там как? Черт! Черт! Они украдут их чудо ради грязной игры. Твою мать! Конечно. Да.
Похоже, конкретно поработали. Понятно, почему молчит. Уже натерпелся. Терять-то нечего. Впрочем, мне все равно. Интересно, а если бы Ники, смог бы я поступить так же? Thank you.
все больше огнестрельного оружия стало попадать на улицы города. Ходят слухи о подпольной сети продажи оружия и боеприпасов. О подробностях дела пока не сообщается. Однако власти уверяют, что скоро преступники будут схвачены. Awesome, bro. А теперь мне надо пробраться в штаб-квартиру Блюм. Нигде я без Блюм не обходится. Что-то они мутят, и дело не только в сети ОС. Надеюсь, Тибон знает, что делает. Так, на позиции. Что будем делать с вертушками? Погоди. Давай, сейчас! Охраны среди них. С полным доступом. Скорее бы уже. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Весь патруль из этих шизиков состоит. Экстремалы. Правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Вломят тебе, иди
дело с концом. Кто-то из вас новоиспеченный глава охраны. Возможно, это ты. Или нет. Ну же, помоги мне. Да, точно. Половина парка. Помню, всегда так. Теперь это в норме вещей. С тех пор, как Блюм впущивают сюда деньги, здесь творится черт знает что. Thank you.
Нет! Нет! Никого! Иду дальше! Тут никого, иду дальше! Здесь никого нет! Пойду дальше! Ищите! Глядеть в оба! Ищите там! Проверьте там! Блин, вон он там! Ну тебя не подходил нам брать! Ближе! Осторожно! Цель обнаружена! Продолжаю вести огонь! Ответ дал! Заколебал! Кидай гранату! Попробуйте обойти! Цель в ловушке! Добегался, идиот! Охота жизнь себя усложнять! Вылезай, не обижу! Сделать еще круг! Куда он делся? Никого, проверю там. Никого тут нет, пойду дальше. Тут пусто, продолжаю поиск. Проверьте все, будьте начеку, он не дурак. Гляди, вот это я попал. Накупили китайской хрени. Нам бы подмогу! Его!
сектора о него! Вот и мы. Найти. Затихарился. Глядеть в оба. Отбой, мы его упустили. Ну вот, доступ в Блюм открыт. Почему это вдруг? Я реалист. Смотри, я тут пишу гнусный вирус, стереть меня из системы. Да я жгу. А раз есть доступ и код, добро пожаловать в Блюм. Что с охраной? Да, точно. У них там жесть. Ага, но это ненадолго. Ты отслеживаешь их фургоны? Само собой. Кинь маршруты, повеселимся. Конечно. Нет, а...